Московский ГУМ приглашает на выставку. К 120-летию главного универсального магазина модельер Александр Васильев открывает свою коллекцию костюмов прошлых лет. На выставке представлены самые модные страницы истории – роскошь императорской России и практичная простота советской эпохи. Последнее приготовление историк моды Александр Васильев поправляет на манекенах шляпки и шарфики. Платья, брюки, сумки, меха, зонтики – все это лишь часть огромной коллекции. Большинство вещей принадлежали певцам, актерам, политикам. Мини-платье с психоделическим рисунком принадлежало Галине Леонидовне Брежневой, дочери Леонида Ильича. Она была большой модницей, любила западные вещи, крупные бриллианты и объемных мужчин. Представленные здесь экспонаты сшиты не только известными мастерами, но и обычными портнихами дома на кухне. Советская мода развивалась по своим законам. Черпали вдохновение, срисовывали с экрана образы любимых героинь. Комбинированное платье из шелка и шерсти говорит о невероятном мастерстве портнихи-надомницы. Специалисты говорят, в наше время такую работу во Франции бы назвали одним словом – кутюр. Вся эта роскошь собиралась больше трех десятков лет. Что-то покупалось на аукционе, что-то коллекционеру дарили, что-то нашлось на чердаке у знакомых. Сохранить эти вещи не меньше труд, чем собрать. Если мы говорим о тканях той эпохи, ушедшей, о тканях середины 20 века фактически, они все натуральные, и в этом их прелесть. И поэтому моль их жует с таким удовольствием, и поэтому сохраняются они не очень хорошо. Ранее модели Александра Васильева демонстрировались в Париже, Лондоне, Венеции. Однако выставка, где можно увидеть, как менялась мода за последние 120 лет, проходит впервые.